Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обсудить с вами такую тему, как выборы, которые прошли в Беларуси, и массовые волнения, массовые протесты, которые прокатились по всей Беларуси 9 августа 2020 года. Ну что я могу сказать по поводу этого всего? Начну с того, что, как я уже и говорил, что Лукашенко будет и признавать только то, что он выиграл эти выборы, то, что он лидер этих выборов и тому подобное. А оппозиция будет считать, что это выиграл их кандидат на президенты, что Тихановская выиграла эти выборы. И так будет, как замкнутый круг. Каждый будет иметь свою правду. И будет отстаивать только свое право на победу. Считают, что это патовая ситуация, которая разрешится тем, что Лукашенко станет снова президентом и будет еще максимум 2 года на посту президента. Считают, что ему ничего не помешает это сделать. Спасибо за внимание, подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, высказывайте свое мнение в комментариях. Всем благополучного дня!